Ну, в общем, был у меня свой такой виртуальный домик, а теперь все его нет, он разрушен, разбит на осколки. И разбил я его сам. Надеюсь, что мастер, которому я сегодня отвез жесткий диск, восстановит мою систему, и можно будет ей снова пользоваться, потому что, к сожалению, раздел удалился, и сейчас только... У меня уже стояла новая система, она просто, в ней вообще ничего нет, она полностью пуста. И типа, я еще никогда даже не пользовался десяткой, это нужно вообще даже с десяткой знакомиться, это вообще все очень долго. Вот, так что надеюсь, через недельку, когда я заберу жесткий диск, все будет нормально. Если нет, то печалька, конечно. К сожалению, одного жесткого диска моего уже нету, вот он здесь стоял. Отдал его на ремонт, на восстановление. Вот, так что лучше не экспериментировать с жесткими дисками, потому что можно лишиться полностью всей информации. Экспериментируйте с чем угодно, но не с жестким диском. Так что, такие вот дела. Ну, а сейчас буду пробовать разбираться с десяткой, что делать. Потому что да, того диска у меня уже нету и неизвестно. По идее, его восстановят, но будет ли после восстановления там все читаться, все работать, вот это вот неизвестно. Такие вот делишки у меня на данный момент. Я очень расстроился, на самом деле. Когда это случилось, меня аж в жар кинуло. Я так расстроился, как будто потерял частичку себя. Я пользовался этой системой, которая у меня стояла, семерка, на этом жестком диске, с которого она слетела. Я и пользовался с 2014 года, а уже 22 год, то есть ей уже лет 8, ну, примерно 7-8. То есть ей очень много времени, я к ней так привык. Я хотел с ней перейти, я уже потихонечку там что-то удалял, готовился к переходу, но к такому жесткому переходу я не был готов, и просто я как будто бы потерял частичку себя, когда это случилось, я просто расстроился и загрустил очень сильно, как будто вот пустота у меня... В душе появилась. Вырвали кусок моей жизни 8-летней. Вот. Ну, сейчас немножко отошел. Тем более, когда мастер сказал, что может восстановить, как бы, так что надеюсь, все будет хорошо.